9 сентября в кишиневском кафе «Делисданж» прошла пресс-конференция, посвященная презентации куклы Клеопатры Стратан в Молдове. Кукла один в один похожа на образ маленькой певицы в клипе «Гице» и исполняет одноименную песню. Кому принадлежит идея создания этой куклы? Идея апарцинут испаньолилор. În colaborare cu o firmă care tot se ocupă cu păpușile, o firmă din România. Первой страной, которая увидела этот продукт, стала Румыния. Там тираж куклы достиг нескольких десятков тысяч экземпляров. Știu de prima tranșă că s-a comandat 60 de mii pentru România. В Молдове же, по нашим данным, изначально будет представлено 5000 кукол. Официальная презентация состоится уже через несколько дней. Дата 19 сентября. Появится ли Клеопатра на презентации собственной куклы? Va fi prezent doar la câteva autografii. Atât. В Румынии куклу Клеопатры Стратан можно приобрести по цене 40-45 евро. В Молдове она будет стоить 499 леев. Юная певица в создании собственной куклы принимала самое непосредственное участие. Să știți că Клеопатра алиас Рокица Кубулини. К новому альбому у куклы Клеопатры появится новый наряд. Спаниолии deja îi pregătesc o linie de hăinuțe cu imaginea care va avea la lansarea volumului 2. Este у самой Клеопатры собственная кукла? Oare, numai una. Da, și prima păpuș. A avut spaniol, i-a adus, cât i-a adus, le-a împărțit la prietenile ei. Dar eu păstrez prima păpușă care a fost. Pentru noi, da.